Красноярске на улице Тельмана в районе дома номер 32 наконец убрали дерево, торчащее прямо из дороги. Мы рассказывали о растении, которое служило предупреждающим знаком для водителей и уберегало от попадания в открытый колодец. Но при этом дерево мешало движению и затрудняло видимость при повороте. И вот после нашего сюжета коммунальщики все-таки закрыли люк крышкой. Тем временем на улице Гастелло около дома 36 дыру в тротуаре вновь обозначили подобным образом. Поставили дерево и обмотали сигнальной лентой.